Его тоже надо бессмертие сделать. Изи. Йога бессмертие, я страхую его. Вот за йога плюсую, да, последний остался. А, изи, хардмод бессмертие всегда делается. Где эту печеньку менять? В Долоране. Так, обвалившаяся галерея и налево. Обвалившаяся галерея и налево. Огнев танка? Да. На трэш пока что. Сука, ненавижу паладином спекаться, потому что нужно, блядь, бафы давать заново. Отпивать ману, блядь. Вот фурик успекнулся нахуй, и, блядь, все. Да ты просто у брата в идеально возьми штрудели, и на заебись будет. Не, ну, я просто сам факт, блин, не имею в виду. У меня штрудели есть. Только отпилиться еще, заебись, на ману восполнивается. Или ДК спекнулся тоже, заебись, на. Еще не надо ману отпивать, не твою бабку, блин. Самый хрен это Мишка Кот. На все похуй вообще. Шмот переодел, да. Мишка Кот ебет всех в рот. На чемпионах ЛВК, блин. На чемпионах скорее обратно. Да я вообще в ахуе. Сдаю этот таун. Ну, блять, рыба. Короче, он тупо секунду смотрит на меня и бежит дальше. Похуй, да, вот этот уёбок. Нет, там Мишка и хуёво тащит. Да, вообще хуёво. Там, походу, Мишка не надо, надо код, блядь, и контроль давать. Это то же самое, как это, болтара тащит людей. В принципе, реально его затащит. Не, ну это реально, но ведь нахуй париться, если есть там ДК. Ну там же, в принципе, отпрыгиваешь, да дамаг не получаешь просто, блядь. Я тогда что-то его повернул на эти, на гору на эту, блядь. Да там тогда и пройти я решил правосудие кинуть там щиток, перевесить. Смотрю, вводит на тропички, дж-дж-дж-дж, нету. Войт, я помню, когда ловил Халеона в свету, что-то пишет, такой, оп, вылез Халеон, убил Хрипала. Там я хуй знаю. А там они быстро что-то перевели, я смотрю, никто не вышел, блядь, Халеон вышел, блядь. Там я стоял, не двигался, я не знаю, что он меня уебал. Ну ты ему не понравился, короче. Первый раз такая, типа, хуйня была, не знаешь. Блять, как я вчера нахуй на ловушке пищу улетел, тут пиздец. Да, вообще хорош. А я как форму сменил, это же вообще пиздец. Подбегает такой по ловушку моба таунчит. Джу, полетел. Блять, если бы ДК повернул на меня его, Мишарка еще были передо мной, и я бы нахуй побежал его таунчик. Что-то боялся, что нахуй убьют каких-нибудь хилов, нахуй лирду дошли. Стали. Стойте наверху, короче. Цендер и я прыгаю. Веду три пачки. И вот немножко по другим бы углом побежал бы, блядь, улетел бы в трон, нахуй. Стойте, там вообще сейчас две прыга. Не просит сейчас один косяк. Дамаг ДПС. Ближе к ним подойду. Ближе сюда. Какая разница, не снизу слетел. Все, сейчас в этого, в Редрика.
Был пацан, надо нет это... пацана. Че говоришь, надо? Попробовать. Ну это динофобия, короче. А че ее пробовать? Ее, блядь, изи делать. Убегайте, блядь, метка кепсона. Так, спик наш. Сейчас, момент. Так, сейчас я двух мобов убьем. Надо подождать. Еще не готово. Достаю слишком далеко. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Фобия это, короче, дутипти ассист. Четыре человека, которые шарят. Аут, бишеплбокс, кукурузник. Можете и маг тоже можете стоять все в РДД. Просто надо будет отбегать. Так, дутипка. Вот кружок, вот, будете отбегать. Ну, если тупой, то за кружком, если не тупой, то либо вправо, либо влево. Либо вперед, либо назад. Далеко отбегайте. Че говоришь далеко? Флоран убегаем. Выбегали далеко, а там, блядь, башаги сделают еще. Там выбегать прилично надо, но... Все. Это не фобия, это чтобы... Вот эта хуйня, которую сейчас эти мобы кидали, чтобы она не попала в вас. Все. Чек на пол. Дерьм ПЖ. Так, короче, давайте, подходите, милики, приготовьтесь, на счет 3 начнем. 1, 2, 3. Ваша смерть возвести новую эру. Милики, в красном кружке стойте. Сам я дебил. Ты запороли? Да, за пароль. Здесь кто? Я. Шаман. Да, Павлик, да. Шаману под боссом надо было стоять. Прида, сбрось его. Пойдет. Мы я завис, короче. Пойдет босс пизделяс. Кину, кину. А, это, кину. Какие ужасы вас ожидают. Так, на юге. Это танка, да? Да. В комнату пойдут. Applebox, а, плюс 0, типа? Да. Applebox, Alpich, Dodo, Tipka и Hunt. Hunt, ты в комнате шаришь тут? Да, это просто. Да зафиль меня, Паша. Я там просто не очень много, ладно. А чё там это самое? Да я потеряю дохуя здоровность. Да тут одна комната, чё ты паришься? Так, Марден, пошли этот, портанемся кто-то, суманем приста, давай заходи. Портанемся, суманем приста. Там одна комната обычно.
Ну типа что там, логаешься? Я выкинул, что-то завис. Не знаю. Захожу. Вот, в комнате базаришь, короче. Давайте, короче, чтоб ты шел с Applebox'ом, а Алпич пойдешь с Хантом. Алпич с Хантом слева. А кто сколько? Я скажу. Что, да. Алпич с Хантом слева будете, Алпич ближний левый, кукурузник дальний правый портал. Applebox с дудутипкой правый, ближний дудутипка, дальний Applebox. Вот. Все, в одну комнату должны убить, по сути. Джубанга, значит, снаружи, там надо будет щупальца бить. Щупальца бьют зрелприда, джубанга. Смотрите друг друга, диспельте. Сприда, диспель, проклятие. Там. Ну и там хилы. И я. И танк. Сэддер будет диспелить и бить. На последней фазе, даст бог, все живые будут. Дадим рост и убьем босса. Отходил, что-то пропустил. Не. Диспель. У тебя есть там на диспель талант? Кукурузник, тебе надо что-то с йога сейчас? Шмотка какая-то. Так, ну вот, это самое. Так, ну тут типка, значит, смотришь за Applebox, а Алпич смотришь за Хантом. Что-то я не помню, там щиток по возможности. Так, чек на пух. Сейчас надо будет разрывать прям мобов. Мы с Эдером пойдем сейчас в центр. Так, Триси, Джбанга готов. Даю борт. Седер, пошли. Все пошли, стойте в ком-то, в кружке вот стойте. Не бегите в лужу, оббегайте ее, видите, как она двигается. Обратите все, встали в центр. Против его прислушников. Угу. Первый Кирилл твой. Разорвали моба. Следующий тоже твой. Да всех могу по себе. Ну если два не будет, то я заберу еще. Забираю. Дайте каску просто там. Джубанга хочет каску всегда. Все, дай каску просто. Дал. Где-то там. Пусть ненависть и ярость направляют. А точно. Седьмо. О! Сзади твой, передний мой. Почти одновременно появляется. Не щадите их! Бейте без промаха! Дальнего заберу. Щупальца очень сильно бьем. Помните, где кто стоит, надеюсь? Алпич с кукурузником слева. Дудутипка с Applebox справа. Алпич, дудутипка ближний. Да, ты кукурузник, Applebox дальний портал. Давайте. Вот это щупальца, которая 4 вида проклятий вешает. Надо убивать очень быстро. Давайте сильно. Так, отойдите от совы, отойдите. Не бегите рядом с ним, отбегай, отбегай. Отбегай теперь от шамана. Сбегайтесь, не лучше. Бегите. В щупальце, вот, бейте. Так, убили. Так, большой где-то. По порталам приготовьтесь разойтись. Разошлись.
Аполлос, кукурузник, дальние порталы, приготовьтесь. От черепка отошли. Отошли. Ну перекидывается, видишь, чё, блядь? Разойдитесь от него, блядь. Разбили щупальца. Сбегитесь. Блядь. Сбегитесь, ничего страшного. Давайте, щупальца. Порталы. Заходи, заходи, пропадет. Пропадет пак. Отойдите от черепа. ШП, сука. Будет перекидываться 1000 раз. Вы потеряете все. Убивайте. Пошли, большой битер, ДД. Так. Все на большое, все на большое. На все забили. Удушающие разбейте, там 20 хп. И на большое побежали сюда быстрее. Бейте сильное. Давайте мозг зергайте речь. Сколько хп у мозга? Мозг 5. Да, все зергайте. Давайте сильнее большое убивайте. Приготовьте сейчас перед мордой встать. Сколько процентов? Да сейчас вытянет уже. Все, выкидывает, перед мордой встаем, сейчас начнется фаза. Давайте, выходите быстрее. Выходите быстрее. Давай Геру. Давай Геру, фулл ДД. Отворачивай. Не теряйте здравой мысли. Кайте их, не стой с ними. Спиной встали. Печать там на замедление. Не сейчас. Это заклинание. Сколько хп у босса? Лям, только не умирайте. Не умирайте никто. Сейчас это самое. Мопс выйдется один. Еще один бежит. Хуя. Все, добивать, даю войско. Ну тупо моб пизданул просто, блять. А могли без смертей фаскил и один во мраке и среди с ума и все сразу. Ух. Да, пацаны, везет вам со шмотом. Пидоры ебучие, сука. Кто лут прописывал тут? Трисия, ну что это за хуйня? Ослабшая хватка Йоксарона. На танках хуйня триня, да, говорят? Ёбаный бро. Да, можно в дуалане ставить на кнутов и типа, ну и смеяться на ней. Ты мне так много чубок дала. Ёбаный бро. Пиздец, Паша, сделал, смотрите, сколько. А чё у меня так ачивок дофига? Сразу же. Ну, ещё без смерти я могу сделать. Все ачивы сделали сразу. Ну, ещё с комнатами есть. Такое. А чё, куда сейчас идём на этого? На плац, либо туда, на звезду? На скамплину пошли сделаем, сходим. Убьём её. Сейчас, смотрите, делаем слезы, а потом острокрылые всю хуйню. Обвалившаяся галерея и через невидимую голову. Блять, значит, кто-то сдох? Да. Блять, ой, бля. 400к не добили, так бы был бы этот смерти. Эх, твою мать. Да, идем. Надо было Кири стоять в нас, пужу кидать по КД. А вот без него забирал, так бы не было шамана. Вау. Вестибюль можешь протонуться, просто пробежать, чтобы в текстах там не мучиться. Еще трэш не реснулся. Да, обвалившаяся галерея, а там не вестибюль не реснулся. Ну пошли. И на этого слезы изи сделаем сейчас. Так, дудукипка. Будешь подбивать. Так, кто же тебе будет помогать? Кукурузник, смотри. Да не, мне не надо, я сам все сделаю. Десятки изи. Точно? Но это надо за 10 секунд, это надо прям зергать ее. Да ты там просто все подряд разбиваешь, но они типа тут не ваншоты. Морден, ты че, на фурик? Ладно, я в рот ебал, что танк берут. Давайте шестрее, это мне сейчас компьютер заберут. Че ты говоришь, Сендер?
Да, это не знаю, что танком не танчил ни разу, блядь. А тут нехуй танчить. 4 стака нам не будет, заберешь босса и все. Тут ни клива, ничего нет. Мне же в эти ловушки надо будет тоже заходить, да? Да. Запуск... А кто сдох на йоге? Паша? Морден, ты тут рядом с инстом? А, ну давай, беги к нам. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Забафайте, пожалуйста. Не вмешивайтесь. Так. И распуло все как обычно. По сути, даже без всяких необъемов, блять. Это самое. Че зеркать? Ну да. Морден, беги. Морден, ты шаришь тактику? Ну, на всякий случай я объясняю. Тут появляется кара, от которой надо отбегать, красная метка на полу. Потом два вида мобов. Звезды, которые бьют дудутипка, и созвездия, которые... на которые похуй дам, короче. И еще способность есть. Суровый удар. От сурового удара надо прятаться в черных дырах, которые появляются после взрыва звезд, которые бьет дудутипка. От сурового удара надо прятаться следующим образом. Вот смотрите, ромбик — это центр дырки черной. Как ловушка на лече. Вот. Значит, вот суровый удар 8 секунд. Блять, стой на месте, ромбик, ебаный рот. Вот, смотрите, вот эта черная дыра, да? Я вот игрок, блять. Каст 8 секунд. На середине каста примерно надо заходить. Подойти поближе вот так к черной дыре. Вот. И чтобы зайти, нужно делать следующее действие. Вот так вот подбежать. И вот так вот подзадрачиваться вот так вот в серединке этого черной дыры. И тогда вас закинет. Когда вас закинуло в темный мир, вы должны отойти с того места, где была эта черная дыра. Потому что когда вас выкинет обратно, и черная дыра там не исчезла, вас закинет обратно в темный мир. Вот. Чтобы продолжать босса, нужно отойти от этого места. Вот и все. Это самое главное, что тут нужно понимать. Ну и все, и бить босса, отходить от кары. Ну и пиздец, короче. Чекнул. Еще на третьей фазе, ну, когда переходка будет там на 20%, вы либо встаете четко в центр, либо к стенам. И там появляется вокруг него 4 дыры. Вас типа может закинуть и выкинуть под соловой. Да, примерно квадратом, да. Вот тут, и вот там, и появятся, короче, 4 дыры квадратом примерно. Все готовы запускать. Ваши действия нелогичны. Все распула. Готовьтесь. Пантеон получит сообщение от наблюдателя. Слезы и зимот, блядь. Критическая масса, кстати, при правильной тактике делается автоматом. Глазами. Узрите не... Герус Пулов. Да. КДшный Гера еще, блядь. А ты, минут... не трогай Гера. Не нажимай. Просто бьем, мы его и так убьем. Звезды помогут мне. Сразу хуярь одно. Звезды помогут мне. Кара, 3 секунды, приготовь. Кара, вылечи. Черепка, отходите. Черепок вставил. Вот исчезает из этой реальности, да. Да, там просто... Чекай, короче, останешься, не будешь заходить, слышишь? Потому что босс будет на тебе. Мне... Куда не заходить? В дыры не заходить туда? Да? Да, на ком босс тот остаёт. А, вон он как, да. Давайте, осторожно. Пока на мне 4 стака, вот забирай босса сейчас. Угу. Смотрим, сколько до сурового сейчас. Кара, 5 секунд. Че, блять, ты забираешь с меня его? Так, забегу одного. Так, две дыры осталось. Две дыры осталось. Суровый удар, к дыркам подходим ближе. Кирилл, отдашь... Ты что? Где ты? Отдашь БЗ. Под конец касты. Заходите. Отдавай БЗ. Блять, я уже отдал его, был до этого. Не смотри, ревность. Не умри. Прокнул ревность? Все, захилят. Сейчас заведу созвездие, блядь.
хуй. Это где черепа, шаман? Шаман, это где? Ой. Сколько на тебе стак? Два. Кара. Ну, сейчас переходка будет. К стенам в центр. Переходка, да, все в центр. Ставь. Все мобы исчезли. Ебаш. Никто же не умер. Не, Гена еще не откатила. Еще минута. Ну сейчас убьем уж, зайдись. Все забирай. Да. Кара, отошли. Изи, когда все знают, блядь. Он умоется твоими слезами. 25-ки охуенная ачивка там, потому что такое стадо, блядь. Ой, а портал закрылся, блядь. Я вижу. Чё? Я зашла, блядь, нажла глыбу, блядь. Их жители гибли. Сука, я бабл нажал там и так далее, нахуй. Свидетелем того, ну, блядь, ну как отговорки-то, блядь? 25-ки. Он умоется всеми слезами, блядь. Блядь, зависло, глыбу нажало, все заебись. Ну, зависло, нахуй. Пролагал, блядь. Комар в глаз залетел, сука. Ничего. Че-то, блядь, тягнул нахуй на секунду. На секунду, блядь. Вам. Полчаса вы можно орать себе. Так же любили жизнь. Че-то запиздел с углом, мне пиздит. Сейчас два босса ебанем. Так, косарь ЕП. Не, этого можно не убивать, короче. Который ковш берет. А, давайте посмотрим. Надо кому-то ковш? Ну, не ковш, шмот там с ковшом. Там с него, по-моему, тоже тринка падает. Надо кому-то? Там, ну, там на танк падает. Вон, раскалыватель надо, ауч. Ну ебанем. Чтобы передать сигнал. Ну а чего с ковшом? Сейчас ты заходишь. Найдите источник энергии. Ищите в небесах. Не, ее можно сделать, если останутся только хил, танк и вся кому-то ачивка надо, остальные просто отойдут. Ну да, в принципе. Но нам не горит, нам 36 сюда идти, блядь, 20 раз нахуй. Тревожит тебя, Бронсон. За этой ебучей трени, вовремя. Пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир. А КД падает? Грудак ебаный. Чё-то Твинка нахрепала, да, давно не видел. Точнее, вообще не видел. Зелду. Зарян спадала. Она редко падает. Но... Портал какой-то там, гигантская кузня или что там? Да, кузня третий. Чё, столкнулась сначала? Да. А кому ключ надо, то походу с десятки делал уже. Не знаю. Не, я имею в виду этот код доступа альфа, который с босса упал. Ну, квестовый там код отклика. Да я знаю, что это не ключ, у меня на этот есть здесь. Ну, он пойдет потом в Долоране, там попиздит да, этот рин. Да, блин, ты кончено здесь текстуры, блядь. Бля. Давайте острокрылая, фастом, зеркальная. Кузня, да? Гигантская кузня, но. Бессмертенно ебанут. Да, зерганем плюс. А у него там рейндж какой-то, наверное, есть. Надо будет всем отбежать, просто Крисю в ковш возьмет и все. Погодите, загрузил. Где ты там учитель?
Не, я ебал жарить эту хуйню, это все будет. Эллер, не тот телепортнулся. Пистолет получил, бля. Давай резайся и портал. Как куда лететь? Гигантская кузня. Ну вы залетаешь, портал гигантская кузня там есть. Бля, прикинь, мишкой танчить, это ж пиздец. Сейчас как бис-листы начну составлять, нахуй. Короче. Бисовый код. Блять, мне на мишку надо выбить наручи, кольцо с РС-ки. На мишку, блядь. Чуть-чуть больше стамы будет. И клык с Герой, блядь. Даже с обычки пойдет, потому что РС-ку затанчить големов, там нужно будет этот клык прожимать тогда. Кстати, в бис-листе какой-то гайд смотрел, у Мишки там клык и вот этот скоробей, у меня так в принципе и хочется. Посмотрел, кстати, этот, как он называется, есть символ на Мишку. Сейчас. Дядь, а чё мы стоим, блядь, сейчас запущу. Добрый день. Запустил. Символ на Мишку, короче. Какого-то, блядь, восстановления. Сейчас. Неистов. Да. Говно. Почему? Ну, когда ты ее прожимаешь, по тебе больше хила. Да, на 20% охуенно. Ну, это говно. Почему? Да потому что неистовое восстановление отдается, по сути, под прожимку на ХП. Ну да. Если ты прям просил. Если ты просил, тебе и так выхилят. На 20%, на 10, на 50, неважно. Че, тупо зянгаем? Да. Ты слеп. Ну, не надо вырываться, что вы делаете? Да никто не вырывался. Сука. Два босса оставалось нахуй, два босса сдох. Поднять? Да, поднимать. Да, не последний раз ходим, чувак. Ну да, любом еще придется идти. Так это, слайд может это РС какие соберем? Ой, хуй знает. Давай ВК зашмотим. ДШБ. Скоро снова взлетит. Давай, раздергаем эту пидраску. Уже надо его заебись. Это как типа объект, только с критом, да? Это... Нет, это труба. Труба типа. А, только да, поменьше. Да. Поменьше. Садил, пойдем пиздить? Кого пойдем пиздить? Ну, это письмо. Да. Thank you.
Буду им тешить, пока дай теперь мишкой, блядь. Тогда холипал относись. Да, холипал без танк, без кил. Хз, ну в храмах вообще не был холипал. Так в РС. Холипал — это офигенная тема. Ты же говоришь, что это паладины не... не игроки, как там говорил, блин. Хулипал нормально это все. Когда хулипал Войда из того света достает, короче, тогда хулипал норм. Сука, блядь, я сейчас такие гужу, блядь. Ты чё? Вихрей, да? Ну сука, он за мной бежит, блядь, посмотри, что там видно. Ощутить к началу инстами откинул, блядь. Сука, блин, два раза. О, Крисер полетел. Дима, он приехал к себе или нет? Так он же будет в понедельник в Могилеве только. А. Где он это сегодня, блядь, был на время? Он сейчас поехал, получается, под Могилев, а потом проедет сразу до Могилева. Сколько он в Финляндии белорусов? Половина? Скоро эта гильдия станет белорусской. Ушера. Не в танка или... А, да, в танка. Да, там пораскаливаешь мобов в печке. В кругах вот таких. Раскалывателя, чё? Как себе подкаст нажмёшь МС-ку? Короче... Все ДД сейчас отбегите, отбежите, когда с пулю босса к началу, там он Трисию в ковш возьмет. Он как, когда ковш берет? Сначала же, через пару секунд или как? Да он рандомно возьмет. Ну, он там по времени. Но он же не побежит туда, если вы вот... Побежит. А он быстро это сделает, прикинь, надо... давай заснимем на мою такую хуйню. Отбегите давай. Все, короче, кроме Трисии, он будет просто меня хилить. Идите, короче, уже отбегите. Сейчас его схватит ковш по-любому, танка-то не хватает. Убеги, учитель, тоже с ними. Сядьте на коня, встаньте прям, где мы спускались. Учитель, убеги отсюда. Седдер, убеги. Морден, убеги. Убеги отсюда, вон к пацанам. Сейчас... Давай посмотрим, Триси, как это будет, давай. Больно будет. Триси уже нервничает. Да, они подбегут же сейчас, чёрт. Сейчас посмотрим, возьмет, нет? Или к вам чаржница, прикинь? Буду ржать. Да, чувак какая-то или что там? Ну. Хватит в ковш, ну. Должен, по сути. Сейчас схватит. Ну чё, блядь, где ковш? Попау! Блять, когда он схватит? О. Алт. Ни хрена, он тупо притянул сюда. Хуяси. Ну все, идите. То есть не чаржится, тупо притянул как-то, да? Да, я тупо портанулся в этот. В ковшем и все. Ты МС-ку оставил, Триси? Дашь на следующий каст. Хорош. Ох, Анту повезло. Сколько он берет людей за... Возьми. Одного. В десятке. По-моему, в 25-ке тоже одного. Да, да, везде одного.
Что там раскалили? Что там? Там уже обраскалились, ну. Вот их надо кританить. Иди в лужу их и критани, типа. Бейте мобов. Все, будет отчего. Второго. Вот, есть отчего? Она после босса, когда убьем, дается. Да, есть защитовал. Как вариант, здесь можно стопать и ждать, пока он будет кого-то еще в ковыш брать. Вот, не знаю. Ну давайте, подбивайте. Меня. Что за хуйня, первый раз вижу, что только брал это, блядь. Подождите, если хотите, если не могут. Он назвал смут нормальная релка. Как космос, только оранжево. Для геев. Все, можно идти. Да, все, косарь ЕП, значит, сейчас кто-то перезаходить будет куда-то, нет? Можешь мне на крипто накинуть? Падлу заходить, компьютер забирать. Бомбы, бей. Куда накинуть? Да, оставайся в рейзе, короче, и все. Дурак ты, блядь. Ага, блядь. Ну, короче. Че, пойдем за шмотом в ВК? Ой. Ой, я хуй знаю. Накидывай. А мне не тусаю. Чешо?